Познакомиться и познакомить с различными карьерными возможностями. С такими целями на форуме «Острова» в Южно-Сахалинске собрались молодые люди и эксперты из России и других стран. Мастер-классы, экскурсии и практические занятия. Так выпускникам медицинских вузов и уже работающим молодым врачам рассказали о передовых методиках и показали современное поликлиническое оборудование. Это часть направления производства. У них такие невероятные впечатления, потому что им дают попробовать себя в качестве практиков и получить новые знания, напрямую поговорить даже с главными врачами клиник. Еще одно важное направление – наука. Уже в первые дни форума юные программисты начали разработку IT-проекта. На данный момент мы делаем сайт, а потом уже будем дорабатывать приложение для того, чтобы ребята из разных регионов России смогли больше познакомиться с проектами других ребят, которые проживают в других регионах, и понять, над чем они работают, и брать у друг друга идеи и дорабатывать их. Организаторы отмечают важность таких мероприятий как для юных дарований, так и для потенциальных работодателей. Наша задача, конечно, сделать вот такую пару студентов, будучи работодателем, как можно раньше. Это улучшает и сам процесс вовлечения студентов в учебу. Становятся более такие пытки до знаний, понимают, зачем, что. В первую очередь нам это нужно для того, чтобы каждый молодой человек мог найти свое место, профессионально себя реализовать. При этом начать мы это должны еще со школы. Участники присоединились к экологической акции «Вода России». Очищали побережье села Стародубское. Мы это делали не только силами вот наших участников форума, но и мы привлекали местных жителей. Мы сделали, я уверен, берег гораздо лучше и экологичнее. Форум «Острова» проводят с 2013 года. В этом году на Сахалин прибыли более 600 школьников, студентов, молодых специалистов и экспертов в различных отраслях. Международная сеть ТВ «Брикс» выступила информационным партнером мероприятия. Александра Стельрова, Яна Панферова, ТВ «Брикс».